Добрался до базы отдыха «Червоный шахтарь», «Красный шахтер». Красиво здесь, пахнет соснами, дышишь так приятно, свежо. Рядом есть в тех краях речка, где купаться можно. Вы видели, как я проезжал, там куча машин, палаток. Люди принимали речные ванны, если так можно сказать. Планирую еще туда дальше вглубь поехать, посмотреть, что там. Ну и вот такое интересное местечко. Здесь, видно, останавливаются, кушают. Ну, видно, давно не кушали. Грязно так. Вот какая здесь красота. Недалеко от города, и можно хорошо здесь отдохнуть. Интересное место, просто понравилось, решил остановить, поснимать. Такая траншея. Я так понимаю, здесь вода протекает туда, к речке. А вон там, буквально недалеко, только что я снимал навес тот деревянный с игрушками. А сейчас буду дальше туда ехать. Thank you.
кто-то зачем-то дорогу на поле перерыл, и ехать неудобно. Вот какое место красивое. Дым вдалеке. Я так предполагаю, именно там зона отдыха «Красный Шахтарь». И много людей палят кострики для шашлыков. И дымы от разных костров в один соединяются. И такой большой дым получается. И даже вон еще так тянется он, дымок. Ничего так, шашлычки делают.